Жора, сегодня вы выиграли команду «Инженер» со счетом 7-4. Оказался ли этот результат неожиданным для команды и для тебя в том числе? Сам результат, конечно, да. Потому что рассчитывать заранее с «Инженером» на 3 очка, ну, это абсурд и глупости. Мне понравилось, мы сегодня от души играли, и вот игра была на высоте. Тем не менее, счет оказался крупным, 7-4, и если я правильно помню, то вы ни разу не проигрывали по ходу матча. То есть это говорит о серьезной силе вашей команды. Как ты думаешь, за счет чего удалось превзойти «Инженер»? То есть до такой степени, что вы даже не уступали в счете? То есть это уже серьезно? Первое это, и самое главное – это колоссальная мотивация наших игроков. Весь первый круг нам люто не везло. Мы проигрывали, но не по игре, а по счету. И ребята после победы в прошлом туре поверили в себя. Тем более в потрясающей форме Давид Колбая, который сезон точно может себе в актив занести. Он лидер и тащит нас супер. И последний вопрос. Как ты думаешь, в связи с последними успехами, не получится ли такая ситуация, что команда немножко расслабится и поверит в себя чуть-чуть больше, чем надо? Я надеюсь, что нет. Я очень рассчитываю на это, потому что нам звезд небес не хватает. Мы пользуемся тем, что нас многие недооценивают. Я уверен, в том числе и «Инженер», приехав на игру, ожидали, что она будет легкой, они заберут 3 очка, но мы дали бой. Спасибо большое моим ребятам, я прям просто в восторге. Вот сейчас «Инженер» играет «Shadows», и что интересно, я буду в прямом эфире комментировать этот матч. Я думаю, тоже будет очень интересно.